Всем привет! Новое видео на канале Gadget Money. И время летит скоротечно, последние деньки лета. И сейчас мы распакуем интересную посылку. Вот она, из Китая. Давайте начинать прямо сейчас с почты. Поехали! Такой иду. А, давайте прямо здесь. Прямо на поребрике. Собственно, только получил с почты, отклеил адрес, надрезал коробку, еще сам не смотрел. Самому интересно, что здесь у нас внутри. А внутри у нас коробки, внутри у нас коробка. И здесь у нас должно быть... Опа! А здесь у нас вот такие вот Codeman Watch. Это должны быть часики. Я думаю, что они достаточно симпатичные. Прямо сейчас откроем. Да, друзья, вот так вот все по-колхозному, потому что, в принципе, чем колхознее я это сделаю, тем, соответственно, лучше будет. Сейчас открою коробку, продолжим. Но тут на самом деле Лухари стайл, здесь, скорее всего, документация. Самое главное, что у нас есть вот такая вот сервисная гарантийная книжка. Также у нас есть вот такая вот замечательная карта, наверное, карта скидок. И внутри этой коробочки на подарок можно смело заказывать. То есть упаковка на самом деле за эту стоимость весьма-весьма презентабельная. Внутри коробочки у нас находятся вот такие вот часики. Почему решил часики? Ну, потому что в офис ходить со спортивным браслетом, который я сейчас использую, ну, не всегда, скажем так, можно, не всегда удобно. А это, собственно, часы. Выглядят они следующим образом. Безель у нас вроде как двигается, все это дело нажимается. А есть вот такие вот лейбочки, модель, прайс. Можно заказывать для дропшиппинга, либо для торговли через какой-нибудь свой магазинчик, офлайн или онлайн. Codeman. Ну, на самом деле, смотрятся они неплохо. Давайте примерим. Ну, в общем-то, друзья, китайцы были бы не китайцы, если бы было бы все очень и очень вообще без всяких вопросов. Но качество пошива браслета, он, естественно, из кожзама. Сама застежка у нас металлическая, имеет двойные крокодильчики. Собственно, часики вот такие вот. Я еще их даже не... Я чувствую, что они металлические, они достаточно тяжелые. По техническим спецификациям вы сможете посмотреть по ссылкам в описании. Пройдете, тем самым поможете мне, развитию канала и так далее, и так далее. В общем-то, первые впечатления положительные. Здесь у нас есть как стрелки, так и цифровые дисплеи. Их две штуки. Надо разбираться, как это все дело работает. По, скажем так, по размеру они выглядят следующим образом. То есть, сами понимаете, да? Ну, такие достаточно прикольные, брутальные мужские часы. Не знаю, в офис, может быть, на повседневку. Я думаю, что они защищены по... стандарту IP54 или как-нибудь 56, в общем, или может быть даже еще больше, то есть в них можно погружаться на определенное количество метров глубины, прошивочка у браслета. То есть, ну, на самом деле, за эту стоимость это отличный подарок себе любимому, может быть, коллеге по работе, может быть, кому-то из родственников. Я считаю, что китайцы тут отработали, то есть все в заводских пленках, все аккуратно, все это сделано. Ну, на самом деле, первые впечатления весьма-весьма положительные. Ну, а, собственно, как они будут показывать себя в процессе эксплуатации, покажет время. Потому что, скорее всего, здесь обычный дисплейчик. Не... Да, water resistant, 30 метров, то есть достаточно хорошая защита. Я вижу, что у нас есть специальный слой на стрелочках, то есть они непосредственно будут иметь подсветку ночью. Есть несколько кнопок управления, то есть как с левой, так и с правой стороны. Справа их 3. Слева их 2, соответственно, одна механическая справа, вот, то есть можете настраивать и пользоваться. В общем-то, друзья, на самом деле, первые впечатления весьма-весьма положительные. Я думал, что это будет лютый Китай за эти деньги. На самом деле, это Китай, фабричный такой, хороший, качественный Китай. Вот, собственно, упаковочка, вот, собственно, часики. Я считаю, что молодцы, молодцы. Что думаете вы, пишите в комментариях. Я буду носить, пользоваться, чего и вам желаю. Да-да, не удивляйтесь, прямо вот на улице, прямо вышел с почты и прямо посреди тротуара все это дело распаковал, потому что вы любите, чтобы было все вживую, не наиграно, свежие эмоции.
часы на руке до сих пор, то есть я сейчас их аккуратно уберу в коробку, дома внимательно изучу. Это была распаковочка, то есть, можно сказать, такой быстрый взгляд на часы Codeman. Ссылки будут в описании, если кого заинтересовало, проходите, ознакомьтесь, если интересно, приобретайте. Большое спасибо, что посмотрели до данного момента. Как всегда, пишите в комментариях под этим видео, что вы супергерой. Хэштег «Мой любимый Дональд Дак». Обязательно подписывайтесь на канал, проходите в группу ВКонтакте, а также есть чат в Телеграме. Там иногда обсуждаем интересные скидки, промокоды и все, что с этим связано. Совсем скоро увидимся. Всего хорошего. Пока-пока.